Стивые друзья, с вами снова Викс, продолжая развивать свое поселение. В прошлой серии я построил кладбище, и тут уже есть две могилки. Там одного чувачка у меня убили, а второй просто умер, не знаю почему. У меня тут проблемы начинаются с едой. Это очень большие проблемы. Сейчас хочу что построить. Немножко снести. Ну, стену пока не буду сносить. Тут, в принципе, тоже охотится у меня. Соответственно, тут я хотел тут поставить этот самый, как его, чтобы засеивали поля поставить для засева. Но я забыл то, что тут олень тусуется, и они будут забегать и жрать мои посевы. Соответственно, это не очень хороший вариант. Поэтому поля, скорее всего, с этой стороны построю. Но нужно все равно будет обороняться от всяких бандитов, бандитосов, гангстеритосов. Вот. Но сначала я построю все-таки не поля, а тут есть производство пищи. Хлев можно, конечно, построить, но там нужно большое поле для него. Может, кстати, тут его и где-нибудь и построить. Вот, это потом. Я построю этот сарай садовода вот здесь и буду выращивать сад. Хотя нет, тут у меня будет этот, как его, производства всякие же будут стоять. Нет, тут пускай производства уже стоят. Сарай садовода, тут люди будут. А, и, кстати, колодца не хватает. Давайте построю колодец, значит, первым делом для этих вот людишек. Так, ну и где-то сад надо строить. Что у нас тут? Вот тут можно сад построить, кстати. И отгородиться стеной. Построить сад. Либо вот тут можно построить сад. Либо все-таки вот тут какое-то большое озеро. Если я сюда пойду вверх, вот тут сад построить можно. Давайте... Блин, я даже не знаю. Нужно сначала, давайте сначала дороги построим. Раз тут скотоферму... Можно тут скотоферму построить. Блин, я не знаю, что делать. Много чего можно сделать, и в то же время... Потому что с едой проблемы начинаются. Вот это вот проблема. Ну давайте тогда... Я тут построю... Скотоферм. У меня все равно одна корова есть. Нужно будет еще одну корову купить. Не, пока скотоферму не буду строить, я, наверное, все-таки построю тут сейчас ограду. Можно даже каменную ограду поставить. Чтоб животина... Блин, она все равно будет заходить, мне кажется. Чтобы животины не заходили. Вот. И построю все-таки ресурсы. Производство пищи. Вот эту штуку построю. Так. А какие у меня получается? 6 на 11. Тут какие поля у меня? Не написано. Получается поле 5 на 11, да? Ой. Да. 5 на 11 поле. Ну давайте, значит, так и продолжим в том же духе. Строить. 5 на 12. Можно еще, короче, большой. 5 на 12 можно построить. Так. Нет, 5 на 12. Еще одно поле. Вот. Тут, кстати, можно... А, тут вот это удалить. Да. И вот тут удалить тоже. Во.
Так, тут приоритет большой. Тут можно будет эту пшеницу начать выращивать. Все такое. Но пока она не выращивается, потом. А, и кстати... Приоритет тоже большой, давайте. Так, это что? Охотничья хижина. Ага. Давай сюда охотиться сразу. И еще нужно охотничью хижину поставить вот где-то здесь. Здесь тоже. Блин, ну это далеко, слишком далеко пока что. Нет. Это пока нерационально там ставить что-то. Еще посевы погибают из-за болезни. Тоже, что не очень хорошо. Че, торговцы поехали? Он едет один. Так, а что тут сборщики? Сборщик, нормально. Так, охотник тоже приоритет давайте. А то у меня скоро кормить будет нечем. Так, торговец прибыл. Итак, что тебе можно продать? Шкурки. О, одежду можно, кстати, продать. Давайте загружу одежду. Ты читай, да, подтвердить. Одежду, корни собирают. Не знаю, может, они нужны на что-то эти корни. Так, доски это чтобы прикачать эту. Ну, шкуры пока не буду. Так, а что ты продаешь? Муку продаешь? Зерно тоже продаешь. Гончарные изделия, кстати, продаешь. Можно купить. Блин, у меня денег все равно нет. Надо второго ждать. Когда второй приедет. Так, все пацаны пошли на поля. Да, то у меня с полями. Вот эти поля еще. О, уровень сорняков маленький. Кстати, вот тогда вот эту можно убрать и сюда поставить. Что можно поставить? Морковка, например. Это сейчас отодвину. Во. Морковку. И нормально будет. Потеря урожая. А как интересно, чтобы это посевы не гнили. А, и песок. Надо песчаный карьер еще поставить. Вот глина. Где-то песок нужно найти. Я что-то не вижу. Глина есть, а песка что-то как-то не густо по песку. Металл был. Вот металл можно добывать, железную руду. Но это потом уже я буду добывать. Сейчас прямо это не принципиально вообще. И не горит. А вот песок было бы неплохо добывать. Так, еще один торговец едет. Кстати, а тут пацаны что вы тут добываете? Блин, по лесу как-то не очень. Давайте вот сюда, наверное. И почему вас так мало, кстати? Вы должны работать все четвером. Так, что торговец приехал второй? Пока один. Так, а сюда доставили-то одежду? Да, одежду доставились. Ну, ее просто можно и продать сразу. Я думаю, тут не сильно дорого будет. О, 960. Кстати, а корову не продает? Может, вторую корову продает? То есть, мне нужно две коровы, как минимум, чтобы они размножались. Вот. Сейчас вот второй торговец тут это... подойдет. О. Так, ты что? А, во, корзинки ему можно продать, кстати. Продать предметы. Так, отлично, корзинки проданы. Так, ну мыла у меня пока немного. Так, коров не продает, к сожалению, шельмец. Можно инструменты купить, кстати. Может, людям пригодятся. Ну, либо еще что-нибудь закупить. Чтобы они быстрее работали, не знаю. Ну, давайте я куплю. Купить и отправить на склад. 4. Купить и переместить сразу. Так, инструменты купил. У меня еще 1000. Неплохо.
Так, а ты корову не продаешь. Да, глиняную посуду ты продаешь. Давайте куплю, раз дешево стоит. Итак, глиняную посуду по 9 я покупаю, да? Надо запомнить. Давайте покупаю на 60. Купить и отправить на склад. Кстати, а этому нельзя продать посуду? Нет. Свечки покупает, но дешево. Давайте еще посуду и накуплю на все, так сказать. Немножко, конечно, денег оставлю. А, у меня на складе денег нормально. Все, я у него всю посуду скупил. Можно травы купить, но это не очень. Мука тоже пока не нужна. Корешки можно было продать, но нет, не надо. В принципе, нормально. Так, ну и тогда можно пока построить этот самый хлев. Раз тут у нас это... Прям на животине, пускай охотится, и хлев будет стоять. Вот. Два в одном сразу будет. Тоже приоритет можно поставить такой большой. Дорогу еще нужно учить. Блин, посевы погибают. Вот это вообще просто подстава. Из-за засухи еще, из-за болезней. О, кстати, можно удобрить почву. Плодоемкость 55. Добавить компост. Давайте, чтобы не погибали. А что, крысы появились? Ёп, пошел налево. Так, значит, хлеба и крысолова надо строить. Ресурсы. Айди крысолов. Ткацкая мастерская. Нет, пока не надо. Жилье. Вот тут где-то должен быть. Ага, крысолов. 8 в месяц. Так, ну и где-то надо строить. Тут, наверное. И тут еще. Еще одного крысолова надо ставить. Крысолов. Так, и тут надо, чтобы крысы не пожрали все. Тоже приоритетная цель. Так, ну у меня тут с деревом, походу, голяк. Нужно поставить рубку дерева. То там чуваки, конечно, рубят. Этого мало. Так, я так полагаю, вот этих с глины можно снять. Вас много, так не надо. Так, отлично. Крысолов построился. Вот такой вот крысоловчик. Все, теперь он будет сейчас крыс ловить. Ходить. Второго... Второй тоже. А, второй приоритет машину поставить. Отлично. Блин, и эти засохли. Не поливают, потом и колодцы специально поставил. Так, во! Их лев тоже построился, кстати. Теперь нужно что ему? Пастбище. Пастбище для хлева. Нужно пастбище. Ну, вот тут вот можно прям бомбануть. Так, и получается, если пастбище... Тут нужно поставить заборчик, тогда получается. Стены тоже каменные. Так вот, так вот. Во. Ну, можно, кстати, и тут еще тоже поставить. Может, кстати, еще улучшить даже. Нифига себе. Ваше улучшение достаточно тесно.
Вот так вот, в общем, все строят пацаны. Ну, по идее, пока нормально собирают. А, во, кстати. Так, это что у нас? Охотничья хижина, домик собирателя. Тут нормально. Бояр... О, боярышник, давайте. Тут есть что, все пособирают. И потом отвезут на этих самых, на повозках. А что, ты носишь вручную, что ли? Странно. Как у нас жильцов? Или нет свободных жильцов? Ну ладно. Так, давайте, собирайте. Приоритетная цель, пацаны, вы чё? Это вот прям очень приоритетная цель. Все должно собрать, весь боярышник. Потому что это мега приоритетные цели. Так, три поселенца еще родилось. Жесть просто. Тут люди не успевают ничего делать, только успевают рождаться. Можешь приступить к севу. Отлично, отлично. Поле построилось. Так. Ну, тут, наверное, начну зерно уже. Или нет пока? Давайте пока это, ладно. Вот так вот. Так, тут тоже вот эту построить. И вот так. Так, тут тогда эту можно убрать. Тоже поставить, чтобы пахаря. Вот так вот. Что там такое? Обезвоживание поезжает вселенцы. А чё ты обезвоженный? Ага. Далеко ходят. Можно, кстати, колодец построить. Для разнообразия. Ресурсы, колодец вот тут. Чтобы это не обезвоживался. А то мало ли. Так, сколько? 9. Беру. Хоть у меня с едой проблемы, конечно. Но поселенцев так уж не быть, я возьму. Тут, кстати, тоже нужно улучшить. И тут все улучшить. Так, тут дороги уже такие жесткие. Так, ну крысолов нормально отрабатывает. Крыс половил. Тут компост на это. Тут, кстати, тоже можно приоритет потом поставить. Пока вот это все занимается. Кстати, тут олени могут ходить, тут тоже приоритет поставить. Чтобы это сделали быстро и четко. Так, и еще, я думаю, вот здесь поставить. Вот так вот. Ну все. Ну, в принципе, что хотел. Поставить большой хлев. Точнее, просто хлев я хотел поставить. Я его поставил. И крысолова. В принципе, нормально. Кстати, а что большой хлеб? Хлеб дает. Ничего особо не дает. Я думал... А, не слушайте. А, ну пастбище тут. Я думал, может, по пастбище такое большое даст. Поголовье скота. Пока скота нету, скот у меня там, корова содержится в этом. Я пока не буду ее развивать. Так, ну и тут дорогу тоже надо улучшать, наверное. По-любому. А, она улучшается. Сейчас все заняты, цените. На этом. На пахоте. Точнее, на пахоте, на выравнивании, да? Поле. Не, ну неплохо. Сейчас, если эти поля зайдут, то, в принципе, жратвы должно будет хватать. Потом зерно уже сделаю и все. Приближается буря. Вот это плохо.
Ну, нужно еще будет тоже, знаете, что сделать? Дороги. А, тут. А, вон, цените, она переехала. Теперь тут олени пасутся. Так, нужно будет дороги сделать. То есть вот тут еще поля будут. То есть вот так вот дорогу нужно будет проделать. Тут вон глиняный карьер, как вы видите. Тоже. Так, зима наступает. Так, это поле удобряется. Нормально. Песок бы найти. Не знаю, где песок находится. Так, о, можно приступить к посеву. Отлично. Так, я не знаю, зерно поставить, не поставить. В следующем году я буду заниматься зерном или не буду. Буду, наверное, заниматься по-любому. Так, тут мне нужно тоже сделать дорогу. Ровненько, естественно, дорогу. Вот. Отлично. Ну, давайте зерна поставлю. Начну уже зерно производить. Так, это что у нас? Рожь. Пшеница. Пшеница и рожь. Не, рожь уже не влезает. И свекла. Свекла. Так, только тут, конечно, свекла пока не надо, я думаю. Может, вот этого поставить. Давайте пшеница и пацана. Пшеница. Ой, не рожь. Может, не нужна. А пшеница сколько дает? Пшеница мало, ну ладно. Давайте пшеницу и пацана. Все. Да, приоритет тоже поставить большой. Нормально. А, тут дорогу, наверное, подождите. Удалить. Да. Тут дорога не нужна, тут нужна это самое. Вот эта вот штука. Это, а, не, она все удалит, наверное. Или только это. Только это. Во, и тут уже можно тебе дорогу поставить. Вот так вот. Туше. Так, а мыловарни. Так, кстати, мне нужно посмотреть, сколько у меня этого жир. Жира много, можно еще поставить парочку мыловаров. И что можно же будет мыло продавать. Так, а с этой стороны какие расклады? Пока ничего хорошего нету. В эту сторону можно пока не развиваться. Так, а тут охотничек есть, конечно. Собиратель. Кстати, а собиратели, раз это самое, нету, можно пока их освободить. Так, можно освободить земледельцев всех. Пока убрать. И собирателей. Чтобы они начали строить дороги и всякую такую лабуду строить. И улучшать. Строить и улучшать. Все, что можно. И можно, кстати, еще построить одного. Так, ресурсы этого. Распилочную можно еще одну построить. И, кстати, ту вторую можно перенести тоже. Распилочную. Вместить постройку. То есть уже более-менее выходить на нормальный режим. Давайте. Занимайтесь всем, чем можно. У вас должно быть дофига. Чего тут это? Не делать то, что надо. О, кстати, прикольно. И можно еще построить компостную яму еще одну.
не все равно село не строится. Я думаю, по красоте можно будет построить. Ну ладно, пока две компостных ямы. Я думаю, хватит. Так, люди, чем вы там занимаетесь? Кстати, а чё у нас этот лучник-то? Ну-ка. Стрел-то хватает? Ну, стрел хватает. И луков хватает. Мыловары тоже с мылом нормально пока. Ну чё, колодцы не строят? 194, 204, охренеть просто. Вот это население. Начинается 13-й год. Ну что, друзья. В принципе, эту серию я могу завершать. Построил я, как вы видите, хлев и его улучшил. Теперь большой хлев. Вот, построил я крысолова. А то тут как-то не очень оно пошло все было. Вот, ну и все. В принципе, то, что хотел построить, я построил. Теперь, что я сделаю? Я построю еще в следующей серии, я уже начну строительство мельницы, ветряную мельницу и пекарню. То есть, а мельница закрыта, нужно находиться в разделе производства, является улучшением постройки будущего уровня. А, центр города нужно до второго уровня поднять. Улучшение. То есть, мне нужно 1200 этих самых. А так я его улучшал же. Странно. Необходимо распилочный. А, распилочный нету. Да, я же распилочный переношу. Да, ну в принципе нормально пойдет. И можно тут уже тоже построить еще одно поле, кстати, сделать. И пекарни всякие понастроить. Ну что, на этом все. Спасибо, что смотрели, друзья. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Ну и между делом, друзья, заходите на наш сайт. Всем удачи, друзья. Всем пока.